Все мы ждали, когда спорт вернется в нашу жизнь, и мы снова сможем болеть за наши любимые команды, в частности, нижегородские. И вот мини-футбольный клуб «Архим» в начале августа будет проводить матчи 1-4 высшей лиги против новосибирского «Сибиряка». Сейчас команда усиленно тренируется здесь, на базе отдыха «Изумрудная», и проводит по 2 тренировки в день. Одна здесь, в тренажерном зале, вторая на паркете «Фока». Задачу выхода в Суперлигу, несмотря на ковидный перерыв, никто не отменял. Меняются только временные рамки и усложняется работа как самих игроков, так и тренерского штаба. Больше шансов на победу в предстоящих матчах будет у той команды, не которая имеет более сильный состав, а которая лучше сможет подготовиться после длительного перерыва. Так что все сейчас подходят к играм в равных условиях. Игроки прекрасно понимают, да, и замечательно видеть обратную связь от игроков, понимают прекрасно, что наши задачи не завершены, да, потому что шли хорошо в высшей лиге, в гладком первенстве, хорошо выступили в Кубке России, даже очень хорошо, я бы сказал. И здесь опять сумятица внес наш карантин, потому что 5 месяцев ребята без соревновательного процесса. Но опять же, сейчас все в одинаковых условиях, и на этих сборах от ребят требуется самое главное понимание, обращение внимания на мелочи, которые мы тренерским штабом пытаемся замечать, к тактической доске прибегать и, конечно же, отношение к себе в первую очередь. Базу «Изумрудная» в Городецком районе выбрали не случайно. Команда с ней знакома хорошо. Здесь идеальные условия для подготовки. Для самих же игроков в первую очередь нужна эмоциональная подготовка. Матчи сложные, важные, и от них многое зависит. Поэтому главное не перегореть. Конечно, тяжело, но такого волнения нет, и оно... Как бы оно должно быть, потому что нам не все равно на результат, но оно не должно, то есть, нас как-то сильно, что ли, задевать, потому что можно просто как бы перенастроиться, сильно задуматься, и не получится игра. Поэтому нужно просто подойти и сыграть так, как мы умеем. На базе отдыха «Изумрудная» команда будет находиться до 16 июля. Дальше футболисты 17 июля проведут предыгровую тренировку в «Фоке Мещерский» в Нижнем Новгороде. И 18 числа сыграют контрольный матч с «Динамо Самара» в подмосковном Троицке. После команда продолжит подготовку к 1-4 финала высшей лиги против «Сибиряка» из Новосибирска. Матчи пройдут 1 августа в Нижнем Новгороде и 4 августа в Новосибирске. Готовимся болеть за «Архим» и вперед за «Нижний». Артемий Катков, Александр Еловиков. Время новостей.